6 утра нету. Разбудили бабушку. Ну, уже и сосиски мы не едим. Такие туманы прям утренние стали. Время 5:05. Еще и не рассвело даже. Ой. Ой, туман какой. Ничего не видно. Ладно, тебе ругаться-то с утра. Меня охраняет. Ой, здрасте. А что, это вы туман снимаете? Да. Уже работает с утра. Надо телевизор снимать, а я не знаю, получится у меня, нету одной. Он большой. Вот смотрите. Конец октября. Я уже на них плюнула давно, на эти помидоры. Они у меня вон что выросли тут. Лежат на земле и при этом цветут. И помидоры, и цветки. Ой, вон. Вот так вот. А я уже думаю, да уже сколько можно. Ну-ну-ну. Что, они до декабря будут, что ли? Филя, тебе воды налить, да? Увидела, хурму такую продают в магазине. Думаю, надо попробовать сорвать, что она такое. Господи, она связала весь рот, я потом кашляла целый день. Может, ее надо снять да положить? Надо посмотреть в интернете. Товарищи животные, прекратите безобразие. Ты понял, да, Филь? Да, понял я. Но это же не кошка, чтобы ее за холку грызть. Коб. Да. Коба, и ты терпишь это, а? Ужас, все, не выдержал. Какая розочка тоже. Ой, сейчас зацветут, вон их сколько. И вот это тоже. Какие розовые. Вот не передает камера цвет. Она такая прям красивая. Тут не такой цвет. Вот инжир еще дозревает, но уже не хочу. Не идет он у нас. То ли слишком сладкий какой-то, приторный. Уже и лимонной кислоты добавляла. Ну, как-то, не знаю. Не очень. Они еще махонькие. Гранат уже желтеют листья. Сейчас еще немножко повисят. Буду посылки отправлять. Тяжеленные. Там еще. Орехи-то еще все падают и падают.
Дождя нет. Сейчас бы дождик прошел, они опять зацветут весело. Последние осенние цветочки. Лаванда тоже еще цветет, еще зацветет. Как я вот эти кусты буду выдирать, я не представляю. Они выросли, он выше меня ростом. У них прям стволы. А это вот тут вот филька прыгал. Это тоже лаванда, только уже засушенная. Вот так вот. Время без 15:08 вечер. Выключили свет, и вся моя работа встала. Ни интернета, ни света. И когда теперь будет, кто его знает, что-то случилось, наверное. Думала, доделаю браслетик, но, видимо, не доделаю. Бывают и такие огорчения в жизни. Зато как романтично.